три года Луи Брайль потерял зрение по причине детской неосторожности и вследствие дальнейшей инфекции. И отец Брайля приложил массу усилий, чтобы жизнь мальчика была как можно более полноценной. А главное, он привил сыну выдающееся трудолюбие, любознательность и любовь к Богу. С 10 лет мальчик в Парижском институте для слепых. В 12 лет талантливый юноша начал свои эксперименты, которые в результате привели его к созданию рельефно-точечного алфавита для слепых. Алфавита Брайля. А было ему всего-то 15 лет. Брайль играл блестяще на органе, был изумительным педагогом для таких же, как он. А еще он был бесконечно добр к людям. После смерти у него обнаружили коробочку с надписью «Сжечь не открывая». Ее вскрыли и обнаружили там много долговых записок. Брайль помогал бедным студентам всю жизнь. А прожил он недолго, всего-то 43 года. Увы, Луи был болен туберкулезом. Перед самой смертью он сказал своим друзьям: «Господу было угодно, чтобы перед моими глазами всегда стояло ослепляющее великолепие вечной надежды». Луи Брайль.